Ку-ку. Ку-ку. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуй, Авиус. Добрый день. О, у нас новый гость. Да, Авиус, я нашла этого хомяка возле нашей студии. Такой симпатичный. Видимо, кто-то его забыл. Поэтому нам нужно обязательно дать объявление в интернете. Я готов. Какой будет текст? Ну, прежде всего, нужно описать нашу пропажу, чтобы хозяин мог ее узнать. Найден хомяк. Маленький, серый, шустрый, дружелюбный. Просьба хозяина срочно отозваться по телефону 123-45-67. Ну вот, теперь будем ждать. Кстати, знаешь, о чем я подумала, пока ты писал объявление? О том, что в нем очень много прилагательных, и только с их помощью ты смог описать хомяка. И я вдруг представила, а что, если бы их не было в нашем языке? Мы бы не смогли описать никакое явление или предмет. Если это такая важная часть речи, почему мы до сих пор про нее не говорили? Тогда давай исправлять ситуацию. Ведь без прилагательных язык действительно неполноценен. Как бы выглядели великие тексты русской литературы без прилагательных? Например, белеет парус в тумане моря. Что ищет он в стране? Что кинул он в краю? Лермонтовское стихотворение стало похоже на хайку. А вот как бы звучал Есенин без прилагательных? Береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. А на ветках каймой распустились кисти бахромой. И стоит береза в тишине, и горят снежинки в огне. Итак, прилагательные отвечают на вопросы «какой» и «чей». Ну, например, «книжная полка» или «бабушкин платок». Ну, или «пушкинская цитата» или «портрет». Прилагательные очень важны для русского языка, ведь даже многие наши существительные образованы от прилагательных. Военный, нищий, косой, выходной. Например, ко мне подошел нищий. Военный подошел к морякам и поприветствовал их. Возьму-ка я выходной. А прилагательное «косой» давно стало вторым именем зайца. Кстати, у нас есть письмо на тему прилагательных существительных. Уважаемая Василиса Николаевна, объясните, пожалуйста, почему все национальности существительные, поляк, немец, грузин, француз, башкир, украинец и только русский прилагательные? Денис Прокопенко, 14 лет. Очень интересный вопрос. Действительно, русский – это существительное, образованное из прилагательного. Только отвечает оно не на вопрос «какой», а на вопрос «чей?». Когда-то представители русской нации использовали другие слова – «рус», «русич», «великорус». Однако постепенно Русь принимала все больше и больше племен и национальностей. В том числе в ней стало много тюркских и особенно финно-угорских племен. И вот когда их спрашивали «вы чьих будете?», они отвечали «русские мы». Ведь если земля принадлежит русам, то люди, которые эти земли населяют, русские. Статистическое дополнение. Имя прилагательное занимает в некоторых художественных произведениях второе место после существительного. Здравствуйте, я по объявлению. Здравствуйте. Вот ты где, мой хороший пушистик, нашелся. Ой, спасибо вам большое. Пожалуйста, не теряйте его больше. До свидания. До свидания. Да, Авиус. Вот видишь, как полезны при описании прилагательные. Хозяин сразу понял, что мы нашли именно его, пушистика. Ребята, а пока вы слушаете тайны толкового словаря, приготовьте листок и ручку. Они понадобятся вам в конце нашей передачи. А знаете ли вы, что слово «вокзал» имеет прямое отношение к прогулкам и развлечениям? Слово происходит от названия места Vauxhall, небольшого парка и центра развлечений недалеко от Лондона. Vaux – фамилия владельцев этого парка, а Hall – значит «зал». Русский царь, посетивший это место, полюбил его, в особенности железную дорогу. Впоследствии он поручил британским инженерам построить небольшую железную дорогу от Санкт-Петербурга к своей загородной резиденции. Одну из станций на этом участке железной дороги назвали «вокзал». И это название впоследствии стало русским словом для обозначения любой железнодорожной станции. А у нас новое письмо.
Здравствуйте, уважаемая Василиса Николаевна. Скажите, пожалуйста, а почему говорят, что Пушкин – наше все? Ведь так много других хороших писателей. Почему Пушкин считается самым главным? Спасибо. Аня Солнцева, 13 лет, город Чехов. А действительно, почему же Пушкин – наше все? Почему складывается такое ощущение, что он свой? Недалекий, не строгий, не академичный, а веселый, озорной, вечный мальчишка. Пушкин все время рядом с нами. Мы часто говорим, сами того не замечая. А уроки кто будет делать? Пушкин, что ли? Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин разбил. Ну, брат Пушкин, рассказывай. Почему же нам так близок Александр Сергеевич? Потому что во всех своих текстах он ведет разговор с читателем. Причем говорит он на равных, как принято между близкими людьми, которые понимают друг друга с полуслова. Особенно явно это проявилось в Евгении Онегине. Пушкин то приветствует читателя, то призывает его в свидетели, то советуется. Читатель благородный, здорова ль ваша вся родня? Позвольте, может быть угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. А в конце романа поэт прощается с нами по-дружески, как частый гость, который скоро вернется. Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, недруг, я хочу с тобой расстаться нынче как приятель. После такого обращения сразу становишься с поэтом на короткую ногу. Хочется обратиться к нему. Ай да молодчина, брат Пушкин, хорошо написал. Вот и получается, что Пушкин не академичный, не бронзовый, а домашний. Да ведь и писал он легко, будто лежа на диване, и радовался своему творческому методу. В таком ленивом положении стихи текут и так, и сяк. Но почему же все-таки Пушкин – наше все? Потому что Пушкин создал литературный язык, которым мы пользуемся до сих пор. Постойте, разве до Пушкина не было языка? Был, но совершенно другой. До Пушкина действовала система трех стилей, которую придумал Ломоносов. Были высокие, средние и низкие стили. Высоким стилем писались оды, поэмы, средним – пьесы, требующие разговорного слова, а низким – комедии и песни. Но высокие и средние стили были далеки от того языка, на котором разговаривал народ. Литературный язык понимала только небольшая группа людей, а Пушкин разрушил эту систему стилей. В его стихах было полным-полно самых простых, народных, разговорных слов. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке, распевая, дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. Здесь все понятно и просто. Однако современники Пушкина осуждали его именно за простоту. Например, за употребление слова «корова», которое явно принадлежало к низкому стилю. А еще поэту выговаривали, что он простую деревенскую девку наименовал «девою», а в другой раз благородных барышень назвал «девчонками». Какая радость будет бал! Девчонки прыгают заранее! А кто не помнит эти строки? «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». И тут критика была недовольна. В первый раз, я думаю, дровни в завидном соседстве с торжеством. Соединение простых дровен с высоким торжеством смущало критика. Оно казалось ему не по правилам обязательного тогда положения трех стилей. Получается, мы так любим Пушкина за то, что он нарушил правила? Ну, в том числе. Во время Ломоносова система стилей была нужна, чтобы систематизировать лексику. Но потом она стала мешать языку развиваться, и Пушкин первым это почувствовал. Кстати, в России даже есть особый праздник – День Пушкина, который отмечается 6 июня, в день рождения поэта. Праздновать съезжаются многие потомки поэта, а их на сегодняшний день 234,
в России, Франции, Бельгии, Германии, Соединенных Штатах Америки, Швейцарии и других странах. Фамилия Пушкин сохранилась только у одного – у праправнука Александра Александровича Пушкина. А это еще один потомок великого поэта – Николай Бунеев. И ведь похож. Кто его знает, возможно, кто-то из потомков Александра Сергеевича Пушкина еще проявит свой писательско-поэтический дар. А теперь, ребята, мы начинаем нашу литературную игру. Возьмите лист бумаги и ручку. Итак, готовы? Поехали! Первый вопрос. Из чего был сделан теремок в одноименной русской сказке? А. Из горшка. Б. Из бревен. В. Из кирпича. Г. Из соломы. Вопрос второй. Какому писателю принадлежат слова о том, что в человеке все должно быть прекрасно? А. Пушкину. Б. Чехову. В. Тургеневу. Г. Достоевскому. И раз уж мы сегодня говорили о Пушкине, то я приготовила вопрос, посвященный ему. Итак, увидев свой портрет, Пушкин написал: «Себя, как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Какому художнику адресованы эти слова? А. Репину. Б. Шишкину. В. Брюсову. Г. Кипренскому. И последний вопрос. Какое настоящее имя у царевны лягушки? А. Алиса Патрикеевна. Б. Василиса Премудрая. В. Елена Прекрасная. Г. Марья Искусница. Если не знаете ответ наверняка, попробуйте включить интуицию и догадаться. Свои ответы на викторину оставляйте на нашем сайте радостьмоя.ру в разделе «Академия занимательных наук. Словесность» или присылайте письма по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» с пометкой «Академия занимательных наук. Словесность». До новых встреч!